Снова всем привет! Сегодня я вам покажу красивую подачу ананаса. Для этого нам понадобится, конечно же, сам ананас, шпажки длинные, два ножа, ножницы и кусочек моркови. Итак, начнем. Вот такой замечательный тукан из ананаса у нас получился. Удивляйте своих деток. Желаем вам приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь своими идеями.